Сапепушистики, у меня к вам челлендж на 150 робоксов. Для того, чтобы их получить, нужно выполнить следующие условия. Первое, прожмякать подписку плюс колокольчик. Второе, поставить царский лайк. И третье, найти в этом ролике три скрытых панды. Они будут появляться в ролике в различных частях экрана. И кто первый выполнит все условия и напишет в комментах три тайм-кода с пушистиками, получит 150 робоксов. Желаю всем удачи и приятного просмотра. Друзья, всем привет, с вами как всегда Бамбуковый Мишка Капанда, добро пожаловать ко мне в гости. И сегодня мы вместе с вами продолжаем играть в Egg Farm Simulator. Ребята, напишите в комментариях, кто уже играл в этот режим и кто до сих пор продолжает в него играть. А также какой у вас уровень, будет интересно почитать. Мне он в принципе понравился, довольно-таки он веселый. Так, смотрите, в прошлой серии мы остановились, я короче проапал свою вот эту ферму. Я теперь дамажу уже по 8 миллионов у меня получается, да? Всего дамаг в секунду, вот внизу можно посмотреть, вот эти, которые ребята атакуют, вот начиная вот с этих вот челиков, обычных всяких Робин Гудов, здесь Моцарт, у меня Спартак, Цезарь, там Наруто, смотрите, у меня есть Наруто, красавчик, давай, 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 нарезай. Саске передавай привет. Так, а также появился Волверин, смотрите, какой красавчик. Фу, Росомаха, давай дамаж. А также, ребята, я нафармил 400 миллиардов. Офигеть. Во-первых, давайте мы сейчас посмотрим, что мы там новое можем купить. Какого еще суперзащитника, который будет у нас здесь защищать нашу ферму. Точнее, не защищать, а наоборот будет дамажить этих куриц, да. Если не ошибаюсь, по-моему, там, ребята, будет у нас Медуза. Давайте глянем, давайте глянем. Вот там челики у нас бегают. Нифига себе, у него какой топор. Обалдешечки, какешечки. Так, смотрите, Медуза. Офигеть, интересно, он будет останавливаться взглядом. Так, давайте берем. Так, 14 тысяч. Это окей, это 14 миллионов в секунду. Ну-ка, у меня было, смотрите, 4,35 за 1,6 миллиарда. Получается, мы берем, да. О, нифига себе, побежала, побежала, побежала моя красотка. Давай, дамажь их там всех. А теперь, ребята, мы кого берем? Ого, у меня Геркулес. Нифига себе, красавчик. Блин, а у него такой шлем интересный, да? Вот с такой он палкой, копалкой, дубиной. Нифига у него пресс-кубики. Почти как у меня. Так, а это что у него за точечки? Ага, понятно, это волосяной покров. Так, берем 64 миллиона дамага в секунду. Конечно, тоже красавчика берем. Блин, сколько интересных могу. О, Джек Спарроу. Джек Уарабей. Джек Уарабей. Берем за 100 миллиардов. Офигеть, 265 миллионов дамага будет в секунду. Конечно же, берем его. Так, оно интересно, еще на одного хватит. Альберт Эйнштейн у нас. Так, погодите, ребята, пока мистер Эйт мне не нужен. 1,7 миллиарда, да, получается? 1,7 миллиардов. Стоит 900 миллионов, ребята. О, 900 миллиардов. 900 миллиардов стоит. Это жесть. А у меня 300, да? Давайте сейчас попробуем. Проапаем максималочку. То, что мы сможем здесь проапать. Кстати, пооткрываем с вами еще сундуки. Ну, не сундуки, а вот эти вот коробки с яйцами, получается, да? Смотрите, офигеть, сколько здесь народу у меня стоит. Так, и поскольку мы теперь дамажим секунду, так, мне там что-то кидают. А мне там что-то кидают, тут же трейды еще есть. Так, получается, у меня сейчас самый сильный на данный момент Джек Спарроу. Давайте попробуем его, ну, проапаем, насколько мы сможем. Так, а вот, неплохо мы сможем, да? А нет, погодите, не сможем. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мы его два раза только смогли проапать, офигеть. Так, давайте Геркулеса. Тоже насколько сможем проапаем. Так, потом мы добегаем до нашей Медузы. Тоже сколько сможем проапаем. То есть максималочку. Моя цель сейчас максималочку проапать сколько можно. И после этого... О, уже можно апгрейд за 2 лямчика, да? А, за 2 миллиардика. Все, ништяк. Так, и в итоге у меня получился практически 2 миллиарда дамага. Теперь моя основная цель посмотреть, смогу ли я задамажить босса. Потому что с предыдущей своей командой я не мог задамажить босса. Надеюсь, что теперь у меня это получится.
Так, ну что, давайте апаем. Давайте апаем. И пошел, дамаг у нас пошел. Так, курицу собираем, чтобы нам множитель... Ого, нифига себе, не получается его задамажить. Единственное то, что я сейчас попробую прокастовать еще, конечно же, скиллы. И попробовать его убить вместе со скиллами. Так, сейчас я парочку куриц возьму. Сейчас мы прожмякаем двоечку и прожмякаем единицу. Капец, сколько у него хп, это жесть. Это просто жесть, ребята. Смотрите, я сколько набрал и все равно не могу завалить этого босецкого. Так, жмякаем двоечку, жмякаем единичку и пошел дамаг. И все равно, смотрите, мы не успеваем. Я наношу по 73 миллиона в секунду. Быстро, очень быстро у нас летит дамаг. И все равно я не успеваю. Короче, ребята, мне сейчас нужно немножечко подфармить. Я сейчас, наверное, подфармлю. Так, что у меня получается? 50 уровень. Офигеть, это только 50 уровень. Уже так сложно пошло. Смотрите, сколько народу, красавчики. Вот это моя банда. Вот это моя банда. Мне сейчас, конечно же, нужно будет проапать Джек Спарроу. Как минимум, я не знаю. Попытаюсь всех вот этих товарищей проапать на 20... На пятый уровень. Смотрите, здесь у меня уже вообще по сотке. Здесь вообще по соточке все проапнутые. Но здесь я их не вижу смысла уже апать. Мне сейчас самое главное надо Джек Спарроу. Потому что у него, смотрите, 800 и миллиард. 200 миллионов дамага будет. 200 миллионов дамага. А здесь разница всего, ну, грубо говоря, 50. 60 где-то миллионов, да? Ну и здесь стоит 20 миллиардов апнуть, а здесь стоит 120 миллиардов апнуть. Офигеть, вообще просто жескач, ребята. Так, ну что, конечно же, я сейчас все это дело ускорю. Мы немножечко пофармим и потом вернемся. Ну что, рыба-карась, игра понеслась. Ух, ну что, ребята, неплохо я так тут прокачался. Смотрите, короче, ну, Джек Спарроу вообще дорого. По 122 миллиарда. Я, короче, начал качать Геркулеса. Здесь всех до 25 я довел. Наруты практически, ну, сотни. Не знаю, либо вот мне сейчас Наруты докачать до сотого уровня. У него там будет скилл, кстати. 50% шанс критикала. Ну, это вот этот, типа, будет скилл какой-то, да? На 30 секунд. И колдаун 30 минут. Это жесть, просто это жесть. Либо я хочу докачать Геркулеса. Давайте мы, наверное, Геркулеса сейчас качнем на 25 уровень. Проапгрейдим его за 300. Офигеть. 325 миллиардов. У меня 500. Так, 6 миллиардов. 400 у меня сейчас доход. И становится 10 миллиардов практически. 10 миллиардов в секунду. Я убивал их примерно где-то за 7 секунд, эту курицу. Теперь она за 1 секунду умирает. Смотрите, курица вылазит, сразу же помирает. Офигеть. Так, ну моя, конечно же, сейчас цель посмотреть, сможем ли мы задамажить Басецкого. В принципе, курицы быстро довольно-таки мрут. Так, поскольку мы сейчас фармим, примерно где-то... ну, в сумме где-то по 5 миллиардов, да, наверное, если мы все в кучке собираем, по 5, по 10 миллиардов. Офигетушки. Ну что, ребята, давайте, конечно же, сейчас возьмем Басецкого. Босс вообще сложный, я его не мог убить. Я маленько профармился, сейчас попробуем. Так, ну что, жмякаем кнопку, активируем скиллы. 2, 1, все, и пошел. Нифига себе, мы его просто уничтожаем, вы посмотрите. А сколько с него валится? А сколько с него валится, это просто жесть. Вы посмотрите, какой тонна дамага просто прилетает. Угу, вот эта петрушка мне нравится. Так, нифига себе, уже пятихатка. Так мы сейчас с вами таким макаром еще и на Эйнштейна накопим, наверное, в одном ролике, да? Ну-ка, интересно, сможем мы, не сможем накопить на Эйнштейна? Офигетушки, обалдешечки. Смотрите, как боссы с этими скиллами просто вообще разваливаются. Просто в хламину. Так, а теперь, ну-ка, гораздо меньше уже, да, дамага, смотрите, проходит. И все равно, получается, за половинку, примерно за половинку, за 15 секунд, но за 14, там, за 13 копьем мы его убиваем. Ну-ка, а смогут ли они его без меня убить? Смотрим, без меня. Да, они даже его без меня, без моего участия, смотрите, я не дамаг не наношу, и они убивают босса. Красота, вот это курица, вот это просто жесть. Так, 702 у меня было. Сейчас посмотрим, сколько за босса здесь вываливается. 702. Все это дело мы собираем.
769 по 60, ну плюс-минус где-то по 60 миллиардов валится с босса. Ладно, давайте апаем еще на следующий уровень. По 25 миллиардов у них, а тут сколько падает? 70, 8, примерно по десятке, да? С каждого по десяточке примерно падает. Офигеть, ребята, это просто жесть. Смотрите, как они жестко дамажат. Так, а что мы можем еще проапать? Так, я хотел, ребята, во-первых, собрать все плюшки и что-нибудь открыть. Давайте попробуем что-нибудь откроем. Так, у меня есть 3200. Давайте вот этот легендарный бокс. Смотрите, 67% на то, что выпадет легендарка. Ну что, давайте попробуем возьмем. Все, я взял, ребята. И пробуем, открываем наш легендарный бокс с яйцами. Так, давайте где-нибудь вот здесь вот встану. Фу, ну что, рыба-карась. Игра понеслась. Лайк прожмякали? Точно прожмякали. Ну-ка, посмотрите. Верю вам. Ну что, ребята, открываем. И падает нам бэм-бэм-бэм-бэм. Легендарка, легендарка, не-не-не-не-не-не. Да-да-да-да-да-да-да. Легендарный меч. Офигетушки, ребята. Просто офигетушки. Так, я не знаю, какой он. Так. Минус 50% дикой батл. Что, офигетушки. То есть здесь было 20%, а здесь легендарный. О, смотрите, какой меч. Офигеть. Вот это пошел дамаг. Так, давайте мы сразу же сейчас апаемся еще здесь. Так, а у меня уже практически что, триллион, что ли? Да, у меня 1000 миллиардов. Это что, уже триллион, что ли? Офигеть. Это просто офигеть. Так, смотрите, у меня там еще и крит проскакивает. У меня там еще и крит проскакивает. Так, 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 дамажим, дамажим, дамажим. Так, давайте, наверное, я сейчас возьму еще один уровень. Остается у нас буквально 5 курочек мы сейчас задамажим. Они уже фиолетовые, они уже какие-то фиолетовые. Блин, прикольно. Так, 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 дамажим, 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 дамажим их, ребята, дамажим всех, дамажим. Остается 3 штуки, сейчас пойдем брать Эйнштейна. Альберт Эйнштейн будет, я не знаю, тут чем. Мегамозгом своим будет их дамажить, наверное. Офигеть. Так, все, последнего убиваем и берем еще один уровень. Так, у них уже по 70 миллиардов. Блин, я их так долго дамажу здесь. Так, 176 было. И стало 200. Короче, практически по 30-ку. Практически по 30 миллиардов сейчас с них валится. Офигеть, 53 уровень. Вроде бы немного, но уже довольно-таки долго приходится прокачиваться, да, друзья? Так, смотрим, берем Альберта Эйнштейна. Вот он какой. Братишка с языком своим фирменным, да? Фу! И у нас еще на 1,7 миллиарда больше становится. Смотрите, у меня сейчас 9,7 и становится 11,4. Офигеть. И следующий у нас Old Doctor Макдоналд. Я не знаю, кто это такой. Какой-то дядька, ребята, с вилами. Какая-то отсылка, наверное. Напишите в комментариях, кто знает, кто это такой. Old Макдоналд. А давайте мы загуглим. Короче, ребята, это какой-то челик, который на ютюбе там, ну точнее не на ютюбе, это персонаж, который песенки какие-то детские поет. Очень популярный там на ферме какой-то дядька, я его не знаю, честное слово, я не знаю. Так, о, мы там еще что-то собрали, какую-то ачивку, да? Да, еще собрали мы ачивку. Так, смотрим, как он дамажит. Где Альберт Эйнштейн? Красавчик, он книгами кидается. Смотрите, он реально кидается книгами, офигеть. Так, а кого мне апать? Его или Джек Спарроу? Сколько? Я даже боюсь представить, сколько у него ап стоит. Столько же! 900 миллиардов, ребята. 900 миллиардов, зато будет на 1,7 дамаг. А здесь 120. Не знаю. Давайте мы попробуем Альберта Эйнштейна апнуть. Давайте мы... Так, а сколько у меня? О, я практически могу его апнуть. Смотрите, так я могу еще и уровень апнуть. Апаем, ребята, уровень. Красота! Вот это у нас сейчас пойдет дамаг. Смотрите, мне практически чуть-чуть остается. Блин, капец, какие они тут жирные. Какие они жирные, эти курочки. Это капец, жесть. У них по 100 миллиардов получается хп, да? Получается где-то по 100 миллиардов. Да, офигеть. Просто жесть. Так, сколько у меня денег? 800. Практически сейчас могу взять, ребята. Давайте последнюю курицу убиваем. Убиваем, убиваем. Капец, сейчас очень долго придется фармить, конечно.
Чувствую, следующего босса мы, конечно же, не убьем. Так, Альберта Эйнштейна за 962 берем. Смотрите, у меня было 11 и становится 13. 13 миллиардов. Дамага. 13 миллиардов. Вот это сейчас пойдет жесть. Вот сейчас, сейчас уже гораздо быстрее мы их убиваем. Знаете что, я хотел еще Наруто там прапать, чтобы скилл новый появился, да? Давайте попробуем сейчас прапаем Наруто. Так, сколько там мне нужно, я уже не помню для него. Но там, по-моему, около 300 миллиардов требовалось. Надо Наруто нашего красавчика прапать. Он у меня 79 уровня, мне еще 20 уровней надо. Так, ладно, все это дело мы собираем. Красавчик, я иду к тебе. Так, по единичке. Раз, два. Так, а тут на сколько? На 10 сразу же вот так хлопа. 92. Так, и сколько там остается? Блин, хватит мне, не хватит. Боюсь, что не хватит. 95, 96, 97. А, не хватает маленько, ребята. Маленько не хватает. Сейчас я тогда подфармлю. Но я вангую, там еще сам скилл будет тоже дорогой очень. Блин, и потом до босса. Так, давайте мы сейчас еще проапываем их. Блин, это босс уже. Не-не-не, с боссом сейчас рано. Назад, назад, назад. Мы сейчас его не убьем, стопудово не убьем. Так, давайте сейчас мы нафармим немножечко еще. О-о-о, халява, 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 приди, халява, приди. Халява, халява, даймонды, даймонды собираем, ребята, собираем, собираем, собираем. За сколько я там брал? За 2500, да, по-моему? Мне надо, наверное, сейчас опять будет 2500 нафармить, чтобы такой же легендарный потом открыть, окей. Так, сколько у нас там получается по лавандосику? Все, забираем. Наруто, я хочу тебя апгрейдить, я хочу апгрейдить. Так, 21, раз. Вас и Трис. Отлично, отлично. И берем скилл, ребята. Плюс 50 шанс за 240. О, как раз хватает. Как раз, ребята, хватает. Капец, столько бабок впулил только ради скилла, да? Так, Джек Спарроу, я могу тебя апнуть? Нет, пока мисс братишку я не могу апнуть. О, золотое яйцо, красота. Такс. Ладненько, ребята, давайте, конечно же, сейчас попробуем. Вот сейчас у меня 30 секунд откатывается, я попробую задамажить босса. Мы сейчас на все деньги возьмем апгрейды, которые мы только сможем. И попробуем, конечно. Я вангую, что мы не убьем Басецкого, но хотя бы посмотреть ориентировочно, сколько мне нужно там будет прокачиваться. То есть в два раза мы меньше ему нанесем дамага. Хотя бы половину бы ему, может быть, снять за эти за 25 секунд, не знаю. Ни разу его еще не дамагал. Сейчас, конечно же, вместе сразу же 3 скилла прокастуем. И со всеми с 3 скиллами пойдем пробовать, да, ребята? Так. Дамаг, 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 дамаг. Ну-ка, я еще смогу, нет, Альберта Эйнштейна еще разок бы апнуть, было бы прикольненько. Ну, чувствую, там уже за миллиард, да, за миллиард, офигеть. Так, давайте, наверное, я сейчас быстренько нафармлю, все это дело тоже ускорю. За миллиард мы его апаем и идем на босса, погнали. Так, ну что, ребята, пробуем. Быстренько, быстренько его апаем. Опа, натики. Быстренько апаем следующий уровень. И пошел у нас дамаг, пошел дамаг. Наверное, сейчас я без скиллов, ребята, насобираю вот этих вот ножек. Для того, чтобы у меня был высокий множитель. Высокий множитель. И после этого прокасту. Нифига себе, смотрите. Да я даже в четвертину ему, наверное, не сниму. Офигеть, какой он жирный. Не, прокачиваться здесь придется. Но сейчас все равно я хочу затестить хотя бы скиллы. Смотрите, без скиллов мы ему снимаем. Примерно будет под эйдж, да? Все, хопа, под эйдж, да? Теперь 3, 2, 1. И пошел дамаг, пошел дамаг, пошел дамаг. Нифига себе, неужели я смогу? Вы смотрите, просто жесть. Скиллы вообще тащат. Офигеть, я уничтожаю. Мы его секунд за 10 убьем. Все, мы, получается, убили его. Обалдешечки. Ну-ка, второго смогу, нет, убить. Мне сразу 700 миллиардов дали. Вы что, шутите, что ли, ребята? Вы прикалываетесь? Ну-ка, второго я смогу убить. Смотрите, 783 миллиарда было. Капец, скиллы вообще тащат. А, вообще теперь маленький дамаг пошел, смотрите. Успею, не успею. Нет, не успею, наверное. Ребята, я не успею его задамажить. Так, 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 ножку берем. Ну, 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 3, 2, 1. Маленько, маленько не успели. Да, вообще, буквально вообще чуть-чуть. Зато теперь мы будем фармить. Так, 783 было. Сейчас я хочу посмотреть, сколько с каждого будет валиться. С каждой курочки теперь сколько будет валиться. Капец, какие они жирные теперь стали, ребята. Жирный, мама, не горюй. 783 было. Нифига себе, по 150.
Ну, нет, не по 150, чуть-чуть поменьше. Чуть-чуть поменьше, офигеть. Так, давайте, может быть, апнем Джека. Так, а здесь у меня скилл куплен. Да, здесь куплен. Так, угу. Может быть, мне теперь Вольверина прапать, а, ребята? А, не знаю. Короче, будем фармить, ребята, будем фармить. Пишите в комментариях, кто все-таки в этот режим играет. На этом видосик я буду завершать. Итак, он опять у нас очень сильно затянулся. Но прикольный режим, он старый, но мне понравился. Прикольный плейс, если что, залетайте, будем вместе здесь бегать и фармить. Фу! Ну что, ребят, на этом видосик я завершаю. От всей души желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Ну а с вами был Бамбуковый яйца-уничтожитель Капанда. Увидимся на просторах Roblox. Всем пока-пока!